Отметим, что в рамках подготовки к играм Дети Азии в Якутске продолжается реконструкция тротуаров. Многие столичные улицы уже обзавелись новыми бордюрами. Об этом подробнее расскажет Лев Нетесов. Сегодня уже определены все подрядные организации, которые будут участвовать в благоустройстве кварталов города. Работники уже занимаются заменой и оснащением новых урн, а также устанавливают новые скамейки. Такие работы проведутся сначала по маршруту проезда делегации Дети Азии, а после проведения игр работники приступят к другим частям города. Также некоторые улицы уже оснащаются бордюрами и ограждениями. Если брать бордюры, сделаны улицы Богатырева, Хабарова, прошлись по улице Ленина. Ну, по улице Ленина у нас есть замечания, они будут восстанавливаться, потому что начали, когда еще низкие температуры были. Ограждения у нас закончились Семена Данилова, ремонт 50 лет советской армии. Ну, то есть мы по нарастающей идем в центр города. Кроме того, подрядчики проводят работу по ремонту тротуаров. Обкладка плит пройдет по центральным улицам и постепенно выйдет на периферию. В первую очередь работники проложат плиты на некоторых улицах, а затем приведут в порядок те места, где тротуары уже есть. В этом году, у нас в 2016 году, запланировано более 1000 квадратов ремонта плитки тротуарной. Выполнены, да, работы у нас по проспекту Ленина частично выполнены. Остановки у нас, которые новые обустраиваются по Петра Алексеева, вот там мы плитку новую положили. И все, и сейчас по пилотов работаем. Не обошлись без внимания и столбы освещения, которые уже выровнены на улицах Черяева и Дзержинского. Работы по выравниванию будут продолжаться в центральной части города. Также начался завоз чернозема плодородной почвы для посадки деревьев и цветов в скверах и на площадях города Якутска. В скором будущем молодые саженцы украсят площади Орджоникидзе и Победы, а также Московский сквер. Лев Нетесов, Баты Горохов, НВК Саха, Якутск.